Ну что, вот он, вот он. Ну хую намотан. Собственная персона, Эктопауэр. В Москве. Ну, про почти в Москве, это аэропорт Домодедово. Вот тут у нас присутствует товарищ Изотоп. Фиксирует, как бы, нет. Понятой, можно сказать, понятой. Ну чё? Ну там, Че Гевара, все как положено. Надо было, короче, больше пива. Просто поговорить. Я так скажу. Передаю привет только геймеру. Только геймер? Только геймер. Геймер, браток. Тебе привет. Ты классный парень. Мы рады были тебя твоим стримом по микромашинкам. Вот, к сожалению, они безвременно закончились, поэтому мы тебе передаем привет. Всем остальным нет. Ну, еще Димке Давидюку. Димке. Да, Димке Давидюку. Да, снимай, как я ем, да. Потом снишь, как я посуду. Я за тобой в туалет пойду. Да. Короче. Че, все снимаешь? Да, да. А что сказать такого? Знаешь, когда камеры на тебя наставляют, даже не знаешь. Даже не знаешь, да? Сразу с какой-то... Да, скажу, что все сепаратисты. Ну давай, рассказывай, как ты дрочил. Ну, дрочил я как-то. Я, кстати, давно не дрочил. А что ты месяц-то делал? Не, ну дрочил, конечно. Не дома. Не, дрочил, конечно. Там некогда. Где-то там, тем более, видишь, массовое скопление народу. Охуенное видео. Может, я подрочу сразу вот там. А ты типа Спилберг такой сразу в голове. Охуенное видео. Я об этом не думаю, мы это все вырежем. Да, мы, а мы против насилия. Мы против, да. Пацифисты, да? И вообще... Вон, лучше передай привет там, не знаю. Я не знаю, кому передать привет. Никого, никого не осталось, все ушли. Палычу там передай привет. Да, Палычу привет. Нашему любимому. Желаю развития группы, чтобы она перегнала некурецу. Возвращайся, Палыч, дубина. Да, Палыч, возвращайся к сознательности. Нашел, где блять, я свои амбиции ушел. Воплощать. Сраное подполье. Ретро, вот, а то, блять, а то вот этой хуйней по губам тебе. Бам. Не, я знаешь, почему это бесперспективно? Потому что, ну, я зашел к нему в группу, да, там, блять, ничего интересного. Ну, в плане, блять, вот геймер, блять, это геймер прошел. Комикс-зон, блядь. Ставьте лайк. Ебать. Геймер прошел. Ой, проходит. Че он там? Соника ежика, блядь. Блядь, с полным там уже нахуй проходит эти, блядь. Как там? Ну, самые ебанутые игры на свете. А эти, блядь, все Соника ежика, блядь, по сотому кругу проходят. Хуйню ты натворил. Вообще полную. Да. О. Да. Мы, у нас это как консилиум. Консилиум, да. Да, мы как бы ну, можем вырезать или не вырезать раку в опухоль, если не курицу. Либо вернуть ее обратно. То есть да. Это будет доброкачественная. То есть стоит либо химиотерапия, да, либо оперативное вмешательство. Просто если это будет долго, это как бы, ну, это застой, и клетки вот эти все злокачественные размножаются. И потом их обратно никак, все. Да, ну мы надеемся, что Палыча еще можно вернуть. Да. Вот дурака. Пьем за него, за здоровье. Да, за здоровье Палыча пока еще пьем. Пока еще. Пока еще, да. Пока еще пьем или пока за здоровье? Давайте за здоровье Палыча. Да. Не, ну понятно, что мы пьем и за всех остальных наших ребят. В повестке дня у нас Палыч, который вот вступил старому дураку. Ладно, РВД. Молодой, горячий, там, с неустойчивой психикой, может быть, местами. Вот. Ну а тут уже взрослый мужик, профессор. Ты молодой, сколько РВД лет? Ну, сколько, я не знаю, 20. Он еще в ВУЗе учится, по-моему, он еще не закончил. Степа. А что Степа? Вспомнили про Степу. Да, даже про Степу даже, я не знаю. Либо хорошо, либо ничего, там, знаешь, не знаю, что про него можно сказать. Либо никак, да? Это человек... Ладно, гаси, блядь, не знаю, что это. Ну, ты засмущался. Нечего выдавить, блядь. Можно только пёрнуть. Не, ну здесь у нас пейзаж заебаться так-то получается. Чё-чё? На фоне леса. Мы тоже инвалиды. Мы играем в Дэнди. Ну, мы, слава богу, только умственные инвалиды. А есть же настоящий, он там... Думаешь, слава богу? Роджер веселый. Молодец. Киноман. Меня Клипецко добавил какую-то ебанутейшую беседу, где какие-то
непонятные вообще типы, стримеры, короче, целая толпа там. Знаешь, вот там девочка есть вот эта, с которой Липецк там встречался. Дарья Прилепская. Вот, и там есть целый чат, где она админ, и вот, и они меня добавили на днях туда. Ты готов там, типа, мне она пишет, короче, ты готов? Это самое, присоединиться там, как я забыл, как чат называется, ну какая-то хуйня, там, не киномания, а какая-то там, или ретро-залупония. Я говорю, ну типа да, готов, тогда пристегните ремни. Мне уже тяжело на картах сидеть. Да сядь ты сюда, вот. Ну подвиньте, ебать. Да вот, сюда сядь, смотри. На бревно, как раз на параше сидим. Ну подвинь просто свой. Здесь плохо сиди, я тебе говорю. Блядь, ты возьми, похую с пакетом, я на трухлю сяду, блядь. Сядешь ты? Да. Пиздец. Он же на трухлю не может сесть, блядь. Трухля на трухлю. Надо беречь. Сидеть, да? Седые мудя. Это если бы я понимаю, трухлявые. Было этому бетон какой-нибудь, что ты мог анус свой застудить вместе с копьем. Короче, очкуют, братишка очкует, что остался час до самолета, и он останется в Москве навсегда. А мы уже почти у дома, да. Так что, блядь, если эти пидорасы мне это, блядь, это просто не курецу, разрушу. Продашь Никетсу, да. Ромарио, да? Пойду к Палычу, блядь, к РВД, да, буду, блядь, картинки укладывать каждый день, блядь, по метро иду, по ЧБД. Турниры проводить у Палыча, ну, с геймером играть в микромашинки, блядь. С геймером? А, с геймером. Да. Буду, блядь, с Джонсоном, там, блядь, хуй знает, блядь, эти ивенты по 1000 рублей, блядь, по хуйню вообще, всю хуйню против турецкого. Буду петь современные песни, которые ты выучил. Чисто подрывную, да, блядь. У тебя просто пушка. Ай-яй-яй. Блять, Мапута заебал. Короче, нам еще ехать 20 минут. Ну, короче, если что, приютим братка еще. Да иди нахуй, блядь. На... Ну, я не знаю. Ну, он же будет в бегах там. Из армии. Он уже думал, Дезертир. Лучше бы вчера уехал. Дезертир. Да, я уже думал. Ну, потому что это пиздец, пацаны. А мы еще не торопимся, нихуя, да? Еще ржут, блядь. Да вы нам, а хули нам плакать-то? Ну вам похуй, блядь, а мне не похуй. Ты, блядь, рвется, защищайте. Вот, я спокоен, честно говоря, когда не, меня охраняет Эктопава. Вот так вот. Да, фотки. Эктопава. Мы не фоткаемся, мы пока видео снимаем. А, видео? Он тут, видишь, позирует. Сейчас Мапута будет садиться вот на эту хуйню. Да, вот. Он с этим, с крючком. Как там, да, с крючком лучше возьмем. Я думаю, она попизже будет. Скидываем бабки, да, в призовой бабки. Фонд. Бабок больше, бабок. Я скинул 100 рублей. На сколько скинул ты? На что? На тур в Москву. Кто победит в турнире по черепашкам ниндзя? По ЧПДЛ. Приглашаем в Москву. На прохождение. ЧПДЛ, да. На прохождение. Разыгрывается. Без ящиков, без ящиков. Свидание с Мапутой, да. Ну и с Изотопом. Да. Да, мы готовы. За ваш счет мы можем выехать в любое время. Значит, в любой бар. Любой бар по вашему выбору. Мы ресторан Пушкин посетим. Ну, что еще? Можно в зоопарк сходить в московский. Да, на смотреть на язычек. Сводка не курица, 1000 рублей вход, нахуй. Выход 500, я думаю. Мапута будет стоять на сцене. Вот выход. Собираем на свой ретро-гей-бар. Да. На открытие. Да. А что, все это, да, было бы круто, конечно. Что бы мы там играли в Дэнди? Конечно, что вы еще делали? Трахались бы в жопу. Трахались? На бутылки садились. На джойстики, на разные джойстики. На банки, на... Короче, охуенно бы проводили время там. Все четко, все классно было. Все, Эктопавр, все, Маша, ты говорит, пока. Привет, скоро привет. Дискорд. Дискорд хуйня, кстати. Ждем рейтфола. Буквально через 2 часа он прилетит и обещает выйти с пивом в Дискорд. Да. Подваливать сразу. Даже есть не буду, только пиво. Сегодня вход бесплатный, да, в Дискорд. Завтра уже. Да. Даже мыться не буду, нахуй. Ретро-гей не моют. Жопа должна быть грязная. Чтобы комочки там были, да? Чтобы туда ебёшь, чтобы эта вся хуйня, да, толкала туда, чтобы такая жмяка была. Real feel. Да, только так, по-другому не так. Ладно. Всё, давай.